В регионе отобрали лучшие работы на участие в ежегодном губернском конкурсе молодежных проектов среди жителей Ульяновской области в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки на участие в этом году прислали 122 человека. Ребятам нужно было придумать проект, собрать команду, которая поможет реализовать идею, и пройти вебинары от организаторов. В состязании были представлены работы по 10 номинациям. Конкурс направлен на поиск талантливой молодежи и поддержку проектов для работы с молодым поколением. А мне, как губернатор, важно в очередной раз убедиться, что молодежь в нашем регионе живет очень интересной жизнью и с пользой для окружающих. Общественная полезность – это главная отличительная черта молодежных проектов. Хочу поблагодарить всех, кто их создает и принимает активное участие. Это очень важно для всей области и лично для меня. 30 авторов лучших проектов по 10 ключевым направлениям определила экспертная комиссия. На встрече глава региона пообщался с участниками конкурса. Так, лауреатом третьей степени в номинации «Формирование российской идентичности» стал художник-каллиграф Юрий Вольф. На суд жюри молодой человек представил персональную выставку в стиле русской вязи. В губернском конкурсе художник участвовал впервые. Особенностью будет в том, что там будут представлены не только готовые работы, но и эскизы работ, то есть то, с чего начиналось и к чему все это пришло. Вот, вместе с этим будут проведены лекции по славянской культуре и письменности, и также вместе с этим будет мастер-класс, в котором могут поучаствовать все желающие. Я живу этим проектом, я, в общем-то, своим творчеством дышу и как бы стараюсь его продвигать на просторы России и ближнего зарубежья пока что. Вот. Но и за рубеж тоже это все дело уезжает, то есть есть спрос на наш культурный код. Проекты, которые набрали наибольшее количество баллов в своей конкурсной номинации, получат поддержку в размере 75 тысяч рублей. Занявшие второе место в бальном рейтинге своего направления 45 тысяч рублей, третье – 30 тысяч рублей. Общая сумма грантового фонда составляет 1,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что в следующем году размер фонда губернского конкурса планируют увеличить. Помимо этого, организаторы помогут с информационным освещением и окажут партнерскую поддержку. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.